кажется, это очень интересное мероприятие для нашего города, и нужно рассматривать это не только в рамках одного мероприятия. Дело в том, что мы решили на базе нашего салона, при поддержке салона, организовать сообщество для дизайнеров нашего города, для дизайнеров, архитекторов, то есть создать некую площадку, некую форму для общения людей, потому что у нас в городе очень много талантливых людей, ну и мы решили помочь им общаться, развиваться, какие-то новые мероприятия устраивать интересные. Я думаю, что наш город ничуть не хуже, чем все остальные города нашей страны, потому что уже во многих городах существуют подобного рода вообще клубы, да, и сообщества, и это дает результаты, и люди участвуют в различных конкурсах при поддержке клуба, да, и прославляют свой город, и поэтому мы планируем устраивать различные инсталляции. У нас сегодня будет воркшоп, и гости нашего города, и наши жители, они могут посетить салон в свободное время и увидеть те работы, которые создадут сегодня дизайнеры нашего города в качестве как выставки, как развлечения. То есть мы планируем украшать город, украшать свою жизнь.